Я, поскольку я там часто летаю в самолетах, я четко знаю, что, допустим, что там бюрократия абсолютнейшая. И там на самом деле можно все, но просто в свое время. То есть, если ты, допустим, сидишь и, допустим, не пристегнутый, да, то стюардесса тебя вынесет мозг, пока ты не пристегнешь, спинку ты там не подвинешь или еще что-то не сделаешь. Вот. Ну, просто она, у нее задача, она проходит, вот это посмотрела, всем сказала, если ты пристегнутый в этот момент, сидишь ровно как надо, то второй раз она же этого не будет делать. Она прошла, ты можешь после этого расстегнуться, сесть как угодно, достать любой мобильный телефон, и тебе ничего не будет. Но главное это сделать вовремя. А народ начинает боковать в ненужное время, их за это самолеты саживают. Вот. Как бы, ну не знаю, вот такие какие-то лайфхаки. У меня что-то еще было. Такой хак, который вот эту систему рушит. Абсолютно ты хамелеонишь. Немножко подстраиваешься в нужный момент, а потом совершенно уходишь от этого, чувствуешь себя свободным человеком. Сейчас в голову не приходит. Что-то было еще, забыл. Ну, если...